Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич, и на ваших экранах игра The Desert Driver. Блин, сколько же народу просили снять меня эту игру, но так как я ленивая жопа, я нифига не снимал, и уже многие блогеры сняли эту игру, а я еще нет. Что ж, ну получается теперь моя очередь, так как до сих пор многие люди просят снять эту игру. Это не самая лучшая игра, да, она очень сырая, ее нужно доделывать однозначно, много чего еще. Но в ней есть очень такие интересные функции, должен сказать, и мне очень понравилась местность. Что же, в этом видосе я постараюсь все показать, если я опять ничего не забуду. Кстати, ссылка на игру, конечно же, в описании, и, как видите, прямо в меню есть ссылка на Discord разработчика, где он там, ну, наверное, делится всеми новостями. Что ж, по традиции заходим в настройки, какой Very Hight Lowest ставим, вот, ну, чисто из теоретических соображений этой минималки. Так, это вроде звук убавлять надо, но это что-то постпроцессинг, это что-то сложное, это я включать не буду. В общем, минималки поставил, еще мы можем выйти из игры, но если я выйду из игры, видео закончится. Поэтому старт гамме, вот. О, ну что, мы появляемся в каком-то гараже, вот. И здесь много каких-то непонятных, бесполезных объектов, вот типа ведро, мы его взять не можем, но оно у нас катается, как и все остальные, остальные предметы вокруг. Вот эту канистру мы взять, кстати, можем, без проблем, тут толчок стоит какой-то, мы все спокойно можем, опа, я доступ заблокировал к толчку, да и фиг с ним, короче. И мне понравилась фишка вот с этими воротами. То есть, видите, да? Они чисто физически открываются. По ним нужно хорошенько вдарить, чтобы их открыть. Оп. И вот пустыня, про что я и говорю. Мне нравится местность. Она вообще очень сильно похожа на местность The Long Driver. Не уверен, правда, но похоже. Когда-то очень давно я смотрел эту игру. Вот, очень классная местность. Мне нравятся, в принципе, текстуры. Ну, ничего, такие прикольные, да. Но некоторые объекты, блин, посмотрите вот на эту угловатость. Кстати, да, мы можем присесть вот так вот. Присаживается так ювелирно, как будто он... Ладно. Вот, и также можем подпрыгнуть. Напротив стоит, кстати, гараж. Я не знаю, что посередине дороги делает толчок, но он здесь стоит. Напротив нашего гаража есть другой гараж, но это не всегда так. Если мы начнем игру заново, этот гараж может оказаться где-то там. Вместо гаража может быть просто заправка. Здесь объекты как-то вообще рандомно спавнятся, поэтому я не знаю. Есть такой весь заброшенный, задрипанный гараж. И здесь стоит машина, которую мы можем взять. И, кстати, вот канистра там тоже стоит. Ее возьмем. Я не знаю, как ей пользоваться, но мы ее возьмем. Также что? Ну, коробки, камон, ничего нового нету. Смотрите, здесь можно открывать все двери. И посмотрите на качество моделек, что снаружи, что внутри. Единственное, у них подвеска какая-то очень высокая, как по мне так. Но мы покатаемся по здешним дорогам, и вы поймете, что на других колесах здесь просто не уехать. Очень классный салон, мне нравится. Вот, все можно открыть. Это очень классная функция. Кстати, вроде как эту машину недавно добавили. Посмотрите на детализацию двигателя. Да, здесь, ну, такие текстурки... В основном. Но тем не менее, в некоторых играх гораздо все хуже, чем здесь. А это еще вообще новая игра. Поэтому, вот сами понимаете, модельки здесь очень качественные, и машины тоже. Но когда мы в нее садимся, мы понимаем, что немного кривая камера. И когда мы едем, видите, что происходит, господи. У меня просто отдаляется камера. Вот с камерой здесь однозначно беды. Руль классно вращается. В принципе, анимация такая руля мне нравится. Вот в целом. Можем вид от третьего лица сделать. А также смотрите, как здесь включается свет. Оп, ну просто вокруг машины что-то светится. Как бы, как сама машина светится, в общем. Тоже недоработка. Ну блин, я вот не знаю, вот что это за чувак. Он повсюду за мной ездит и пытается протаранить мою вот красную машину. Кстати, ночью высвечивается кнопочка поспать. Но я нажимаю поспать. Все так исчезает. Проходит какое-то время. Оно все еще проходит, мы все ждем. Все, время прошло, мы типа поспали. И все, как была ночь, так и осталось. Я примерно так же в связи с последними событиями сплю. Я вот где-то к часу засыпаю, и через 5 часов мне уже в шарагу вставать. Вот, как-то так.
Во, ничего себе, утро быстро настало. Этот гомункул все еще долбится к нам. Вот сюда вот, короче. Посмотрите, как красиво. Такой вот рассвет. Я, правда, до сих пор не понимаю. Вот как-то странно. Вот что здесь делать? Типа, как в The Long Driver ехать дальше или что? Здесь запаска лежит, смотрите. Капот очень классно открывается вперед. Это ведь Таврия, кстати, да, если не ошибаюсь. А это у нас... Ну ладно, я не буду позориться, напишите в комментариях. Вот. Здесь у нас что получается? Оп, и у нас здесь лежит канистрочка. Ее, наверное, можно взять, а может это просто объект, и у меня шиза. Поэтому я, честно говоря, не знаю. Это тоже напишите в комментариях. Салон тоже классный. У меня все тоже. Все тоже. Мне нравится просто здесь практически все. Единственная камера вообще убогая. Вот вы посмотрите, колбасит ее. Ну, кстати, здесь еще она более-менее такая ровная. Вот в той машине мы прямо на пассажирское сиденье уезжали стоять. Ух ты, куда я полез-то. Вот. Ну, первое впечатление об игре. Ну, вот сейчас мы побегали, и все, как бы интерес пропал. Где-то эта гомункул еще ездит, я не знаю. Еще может он за нами погоняется немного. А так я не знаю, ну можно еще вот толчок посередине дороги. О, я даже в него не попал. Кстати, здесь очень странный свист шин. Я думаю, те, кто играли, это поняли. Смотрите, сейчас опять появился какой-то гараж. Кстати, здесь заканчивается бензин. Да, шок, контент, здесь заканчивается бензин. На, вот так надо заезжать, короче. Ух, классно, подъехали. Ну, на Таврии я накатался, а вот на этой тачке мы только из гаража в гараж переехали, я хочу на ней побольше покататься. Ну, блин, что-то обстоятельства опять против меня складываются здесь. Ничего открыть нельзя. Да, блин, куда полез-то, дебилыч? Вот сюда надо садиться, и нужно пробовать выезжать. Да куда, почему? Я все время нажимаю на камеру, а меня перекидывает в эту кнопку выбора. Я не знаю, как это называется, вы поняли, про что я говорю. Опять начинается ночь, но она довольно быстро наступает, это я не знаю, критично или нет, лично мне как-то все равно. Вот дороги и физика, да, здесь пока страдает вообще жестко, конкретно машину просто так носит, как-то так. Но тем не менее, я не знаю, мне эта игра, вот я катаюсь до сих пор, как-то она мне нравится. Я думаю, если вот на это доработать все минусы, будет уже прикольно. А дальше уже нужно будет... А, это Peugeot вроде, если я не ошибаюсь. Капец, только не говорите, что застрял. Ну нет, ну что, еще и ночь. Где этот дебил? Пусть он приедет, меня вытолкнет. Да, смотрите, все, я на пузо сел. Класс. И как я, можно на толчке уехать куда-нибудь? Так, нужно по сторонам оглянуться, и здесь этого недоразумения нету опять. Что за история, кстати, напишите, что это вообще значит, почему он за мной охотится? За мной есть непонятно, я не помню, что такое было в The Long Driver. Там только зимой снеговики за тобой могли ходить, а тут, видимо, машина ездит. Ну что, три канистры, классно. Ну, кстати, вот эта функция прикольная, с канистрами, так вот ходишь, что-нибудь выбираешь. Получается, ездим... Находим машину одну и ту же и заправляем ее. В общем, пока весь смысл игры именно такой. Кстати, смотрите, это говнико нас таранит, а что если мы его будем таранить? Каково ему будет? Надеюсь, это же Таврия, да? То есть я видео ее Таврией называю, а как выяснится, это вообще не Таврия. Оп-оп-оп, арабский дрифт, смотрите, получается у нас. А так, я думаю, провести стримчатки по этой игре, потому что, как смотрю, она не особо напряженная. Можно опять базарить там полтора часа на стриме и играть в эту игру. Да и за одним вы мне там что-нибудь про нее интересно расскажете. Я никогда ничего полностью не знаю. Короче, из-за моей рукожопости я опять заново начал игру. Поэтому не обращайте внимания. Что ж, итоги. В игре нужно исправить камеру. Вот 100%. Вот. Ну вот смотрите, я вот сейчас остановлюсь, да? Оп, вот что это такое, почему камера вот так как-то ходуном ходит. Потом, звук, в этой игре очень отвратительный звук свиста шин, вот когда машину заносит, это просто какой-то инопланетный звук, просто ужасно. Вот и звук двигателя очень странный такой. Также пофиксить физику, потому что машину просто так заносит без причины. Если это видео смотрит разработчик, что маловероятно, то вот вам... Три пункта, которые стоит исправить. Это звук, физика
и камера. А, у меня еще бензин кончился, классно. Кстати, по оптимизации все нормально, это минималки, ни фризов, ничего нет. Я думаю, если поставил настройки чуть повыше, было бы тоже все довольно хорошо. Что ж, что думаете по игре? Ух ты, меня товарищ решил задавить, походу. Что вы думаете по поводу игры? Пишите в комментах. Лично мне начало у игры очень понравилось. Ну, смотрите, вот это довольно красиво выглядит, причем это минималки. Да, теней не хватает, но посмотрите на разрешение, на окружение, все выглядит просто суперски. Вон там опять гомунку к концу видео приехал. Ну, что происходит? Все, давай, чермет ее, увози отсюда просто. Нафиг. Что ж, вот на такой красивой ноте заканчивается видео. Всех рад был видеть на канале. Если моя ленивая жопа опять поднимется, то получается где-нибудь скоро будет стрим по Motor Depot. Еще раз говорю. Ну или встретимся в следующем видео.